Всем доброго здоровья. В прошлом году, в прошлом сезоне, здесь, в родовом поместье, на меня, в общем, я обнаружил на себе примерно 50 клещей. Где-то 5 примерно впились, ну, а остальных я просто выловил. И друзья подарили мне такую вот замечательную вещь — выкручиватель клещей. Я ни разу, правда, ей еще не пользовался, потому что в этом сезоне, сегодня уже 12 мая, я снял с себя уже 20 клещей. И вот, наконец-то, о, тут их две штуки разные. И вот, наконец-то, дыдым, одна впилась, 21-я. И давайте теперь будем пробовать испытывать клещи, как он там называется, выкручиватель клещей. Правда, одной рукой, наверное, это мне будет сложно сделать. Они разные. Так. Ну, и там инструкция. Суть заключается в том, что нужно его подцепить аккуратненько вот этой прорезью и выкручивать. Так, как бы так сделать, чтобы было видно. Где он тут? Так вот сбоку надо, видимо. Угу. Так. И крутить. Аккуратненько выкручиваем. Опаньки. Действительно, смотрите, получилось. Вот он. Она, вернее, побежала дальше. Сытая и довольная. И даже живая, да? То есть... Ой, так, далеко только не уходи. Тут муравьи, ну-ка, съешьте ее. Вот, да, ползет. Ну ладно, в общем, все работает. Спасибо, Катя и Алексей, вам за такую штуку. Давайте, ходите в лес. И клещей не бойтесь. И живите в родовых поместьях. До встречи, пока-пока.